Современный пионер сегодня повторяет маршрут первого трамвая Барнаула, который 7 ноября 1948 года проехал 25 километров от площади Свободы до Нового рынка и обратно. Первые барнаульские вагоны, которые привезли из послевоенного Ленинграда, были пробиты пулями без окон, дверей, колес и пассажирских сидений. Это были ледяные кабины. И, как говорят, кирпичики подкладывали для того, чтобы согреться. Экскурсоводы рассказывают, до появления электротранспорта в Барнауле было всего 2 автобуса. В основном люди передвигались пешком, поэтому трамвай ждали всем городом. И вот свершилось. В 46-м году Сталин подписал постановление о строительстве в Барнауле первой очереди трамвая. Нина Кузнецова начала свою работу водителем трамвая в 64-м. Сейчас, сидя в комфортном вагоне, вспоминает. Кабина не закрывалась, двери не закрывались. Их называли распашонками. Почему? С горы едешь, и дверь сюда скатилась. В гору едешь, и дверь сюда скатилась. Она тогда была. Пассажирам, чтобы сесть, они что, дугу оттянули, пока они все отпустят, тогда подружат. Теперь водителям уже не приходится подкладывать в кабину горячие кирпичи и чистить трамвайные пути. А за движением городских трамваев сейчас следит более 2000 сотрудников горэлектротранса, которые не забыли, с чего все начиналось. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости.